Всем привет, ребята! С вами суперфанат Калет. И сейчас я обращаюсь к вам. Да, это к вам обращение. Я хотел рассказать про свой канал, почему мне надо было его создавать, зачем мне нужно было его создавать, почему я создавал раньше еще один аккаунт, канал. Вот, я сейчас все объясню. Мне пришло такое в голову, что я часто смотрю YouTube. О, реклама. Вот, и думаю, что очень много уже людей в YouTube снимают видео. И при помощи этих видео набирают лайки, комментарии, подписчиков, популярность. Ну, а я тоже так подумал, чтобы мне тоже сделать. И я решил тоже снимать. Ну, а по основному я начал снимать с 2017 года. Сейчас я найду свой первый канал. Да, я на нем основался очень рано, очень. Сейчас найду. У меня много просто подписок. Что, все? Нет, тогда по-другому подействуем. Канал. Ну, значит, нет, сейчас найдем. Ну вот, и я снимал по основному с 2017 года. Ну, тоже решил как-то продвинуть свою популярность. Ну, уже есть 100 подписчиков. И как бы я хочу продвинуться сначала до 1000. Встать на 1000. Вот, канал. Дальше продвинуться уже до 10 000. Потом до 100. Потом до миллиона. Потом до 10 миллионов. И уже так далее это летит дальше. И вот, и я подумал, что может получится, но это очень надо быть очень профессионалом. Как видите, у меня еще редактора основного нету. И получать от этого ничего пока невозможно. Но просмотры все-таки накапливаются. И как бы я видел, что у меня на одном видео набрало 15 тысяч просмотров. 15. Не 50, не 100. Кстати, у меня есть один еще ролик на канале на этом. Ну, не на обзор, а на отдых, а на котором я сейчас снимаю, суперфанат Калет. Вот, там у меня, как, господи, 1900 просмотров. Но все равно это тоже нормальная цифра. Ну, цифра. Ну вот, ну давайте посмотрим обзор и отдых, этот канал. Ну, давайте начинаем, посмотрим по-настоящему самую честную дату. Самый честный год и самый честный месяц, когда я начал снимать на Ютубе. Так, это видео. Вот тут нет ссылок. Я начал снимать 8 июля 2017 года. Это я появился. А снимать я начал... Сейчас, тихо. Это сегодня буду снимать обзор. 31 мая 2018 года. Так что я начал снимать в раз позже. Вот тут. Я раньше вообще не умел снимать. Oh, я оставлю ссылку на канал. Но кому уже интересно, перейдет пусть. Always have something to get over. Oh, you dress up so happy. Looking so fancy. I got that chip on my shoulder. Oh, but when the night is deep, I'm finding in the streets, asking me to come over. Ну, снимала я по-идиотски раньше, сейчас я уже Мобизен скачал. Ну, или если я снимаю игры, это уже в телефоне встроенная фигня. Вот. Сейчас я буду это видео смотреть, но это как-то может только YouTube, не блог и ПЖ. Здесь есть небольшие такие 18 плюсики, типа того. Но это секрет.
Но он даже, наверное, вряд ли загрузит. Не грузит. Значит, заблокали его. Лучший полет в мире. Нифига себе. Откуда? Откуда кто-то хасывает? Так, самый видео, набравший просмотров, это был... Так, еще раз давайте... Вот, нашел. Обзор меча из магнита. Кстати, прикольно, обзор меча из магнита. Что самое прикольное, что очень-очень было много дизов. Как видите, 20 дизов, но 8 лайков. Вот, то сразу... Появляются, ну, похожие, как раз вот что внутри меча из магнита. Антистресс, квиш, лизун, вот, да. Ну вот, ну, дизлайков много. Я комментарии тогда, не знаю, я не умел этим пользоваться, и сам YouTube отключил. Так что вот. Вот, прямые эфиры. Ну, мы сейчас... Это мой отель, который я буду вам транслировать. Я какой-то сайт оставил. Ладно, я это не буду сейчас смотреть, потому что не хочу ностальгировать. Ну вот, объясняю еще раз, как, почему я захотел сниматься в Ютубе. А, я вам объясню. И я сначала думал, что я буду снимать очень много, видео в день. Но как заметили, что у меня их уже много. Но половину видео вы не увидите, так что... Еще раз вам показываю. Вот упорядочить. Неправильно говорю, извиняюсь. Вот сначала старые. Все, вылезают они. Ну, я сначала новые всегда. Ну вот, плейлисты. Вот эти 3 или 4 или 5 или 6. А, да, 6 плейлистов. Вроде бы еще понравишься. Разблоканы. Ну, вы можете посмотреть. Вот у меня столько каналов есть. Ну, если они, конечно, да, вы можете перейти. Вот обзоры и отдых. Тут. Ну, и давайте посмотрим инфу о канале. Ну, вот, привет. На этом канале ты узнаешь многое про Бравл. Здесь будут сникпики про обновы, стримы. Ну, и новые обзоры в игре. Подписывайся, будь круто. Но вот у меня теперь самый грустный, стримов больше не будет. Не знаю почему, но, как вы знаете, сейчас идет вот такое время, ну, школа. И вот, так что стримы теперь не будет. Очень обидно, очень обидно, да блин. Самому мне жалко, правда, что все пропало. Ну ничего, только в следующем уже году мы увидимся с вами на стриме. А сейчас я буду вас радовать новыми роликами. Ну ничего, вы останетесь со мной. Ну вот и был сегодня вот такой прекраснейший ролик. Я все вам объяснил, почему я начал снимать, вот такое. Вот не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был супер фанат Калет. Всем пока!